Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 21, упражнение номер 4. Бабушка испекла пирожки и разложила их на три тарелки разного цвета – белого, голубого и зеленого. На одной тарелке было 10 пирожков, на другой – 7, а еще на одной – 9 пирожков. На белой тарелке пирожков было меньше, чем на голубой, а на зеленой меньше, чем на белой тарелке. Сколько пирожков на белой тарелке? Для того, чтобы ответить на вопрос задачи, мы должны выяснить, на какой тарелке было меньше всего пирожков. На белой тарелке пирожков было меньше, чем на голубой, а на зеленой меньше, чем на белой. Значит, меньше всего пирожков было на зеленой тарелке. На ней меньше, чем на белой, а на белой меньше, чем на голубой. То есть больше всего пирожков было на голубой, затем на белой и меньше всего на зеленой. Это значит, что на зеленой тарелке было 7 пирожков, на белой 9 пирожков, а на голубой 10. У нас стоял вопрос, сколько пирожков на белой тарелке? На белой тарелке 9 пирожков. Мы можем записать ответ. Записываем ответ, ставим две точки и пишем 9 пирожков. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.